Решение – это мост между мыслью и действием. Мужчина строит его из фактов и цифр, опираясь на логику и анализ. Он ищет точные данные, чтобы подтвердить свои идеи. Женщина же создает этот мост из ощущений и догадок. Она доверяет интуиции, чувствует, что правильно, даже если не может это объяснить. Каждый из них движим своим пониманием истины. Важно помнить, что оба подхода ценны. Логика и интуиция — это две стороны одной медали, и только объединив их, мы можем принимать действительно мудрые решения.